Здравствуйте, это нижнее белье, спрайдер, все оно новое. Часть этого белья в упаковках, а часть без упаковок, ну, она будет с этикетками. Хорошее качество, вот так вот выглядит весь лот, он около 5 килограмм. И самое здесь существенное то, что каждая деталь, ну, в смысле каждая штука, будет стоить около 40 рублей. Причем штука — это даже вот такой комплект. Итак, давайте поподробнее. Начинаем с бюстгальтеров. Угу. Так, вот бюстгальтер. У него силиконовые вставочки здесь, чтобы не скользили, но отсутствуют бретельки. То есть его можно продать без бретелек, а можно бретельки докупить. Они сейчас везде продаются. Это ХБ бюстгальтер. Он на плечиках. 75С. То есть вот так выглядит. Еще один бюстгальтер такой же, без бретелек. Размеры этот с бретельками. Вот такая. Размеры разные, с пушапом. Вот это такой, я бы сказала, что это такой спальный бюстгальтер, либо спортивный. Вот их здесь несколько. Размеры у них разные. Это побольше. Иногда на белье можно встретить магнитик, то есть вам придется с этим столкнуться, как-то вот их снять. Вот такой бюстгальтер детский, он правда вывернут, так вот выглядит он. Есть вот, видите, мягкие. Около 40 рублей единица. Это превосходное. Здесь, смотрите, бретельки можно переделывать так, либо крест-накрест, либо там по-всякому с пушапом. И тоже с пушапом. Дальше пошли мужские трусы одиночные. Очень хорошее качество ХБ. И детские. Так, это набор, здесь тоже будет магнит. Так, потом женские трусики. Шортиками. Еще одни такие же. Это купальные стринги. И вот такие стринги ХБ. Потом стринги без такие, не то что бесшовные, они эластичные. Это вот, вот. Это будут вот такие стринги. То есть они попадаются в упаковках и без. И вот эти стринги тоже из коробочек. Вот такие трусики. Это снова купальник. Верх от купальника. Так, это тоже стринг. И это. Дальше, смотрите. Стринги, 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 стринги. У них есть отличие цветов. Черные. Черные. Есть розовый, беж, белый, кружевной, кстати. Черный, черный, какой-то кружевной, беж однотонный, черный, 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 беж. Трусики, которые с закрытой попой, белые, черные и черные. Вот они же еще идут. Черные, красные. Черный. Вот красные открыты, мы можем с вами тихонечко посмотреть, что они из себя, эти трусики, представляют. Вот. Вот это вот у них закрытая попа, они хорошо тянутся. Вот такие трусики. Такие, я бы сказала, молодежные. Красного цвета. И будут еще вот такие с закрытыми, как шортики, черные.
черный. А, так, это вот к этому виду принадлежит. Беж, 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 черные. Так, с трусиками разобрались. Теперь комплект мужских плавок. Размер L. Хорошая ХБ. И вот точно такие же. То есть тут будет 3 штуки. Потом, смотрите, есть колготки Fashion. Вот их здесь 2. Что это такое? Это молодежные колготки различной цветовой тематики. Вот это будет фиолет. Они могут оказаться леггинсами. Я просто не буду смотреть. Мы встречали и леггинсы. А вот это вот в елочку колготки. Это зимние колготки такие. Вот. Дальше пошли у нас, смотрите, 40 ден. Так, табачный цвет. 20 ден. 20 ден. 20 ден. Размеры разные. 20 ден. 20 ден. 40 ден. 40, 40, 40, 40 и эти 20. Так, эти, значит, 40, эти 20. В этом лоте нет колготок по 15 ден. И дальше пошли вот такие носки. Это 20 ден. У них два цвета. Черный и бежевый. Бежевых здесь 3, а черных здесь больше. Хочу отдельно сказать про эти колготки. Они, знаете, чем классные? Потому у них вот эта резинка, она в течение дня не съезжает. Знаете, иногда женщины покупают, допустим, носки и колготки, когда работаешь в офисе, колготки одеть никак, а, допустим, форма одежды брючная, то как раз-таки гольфы спасают. А часто бывает так, что носки или гольфы, они съезжают с ноги и образуют здесь такие, знаете, складки, они неприятные, прямо вообще и смотрятся очень противно. Вот эти, с этими, никогда такого не произойдет, потому что мы их уже сами поносили и гарантируем, что они утягивают ногу, это раз, а во-вторых, не сползают. Так что, вот. А, еще есть в коробках белье. Это мужское белье в коробках. Вот такие трусы разного цвета, видите? Есть белые, М, белые, М, черные М, серые М и эска серого цвета. Будут выглядеть вот так. На некоторых из них будут магниты. Итак, это белье Sprider. Стоимость одной единицы около 40 рублей. Причем про колготки хочу сказать, они ничем не хуже Омсы. Ничем не хуже. А заметьте, что Омсы начинает торговаться от 180 рублей в рознице. Поэтому, а вы покупаете около 40 рублей за лот. Спасибо.